Александр Магомедов родился в 1988 году в Ленинграде. По окончании школы поступил в Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, где еще на первом курсе очень заинтересовался компьютерной графикой. Ближе к концу учебы устроился в студию Роспотребнадзор, которая занималась разработкой военных тренажеров. Работал в основном над статичным изображением, но со временем все больше интересовался анимацией. Решил изучить Maya. Проучившись 9 месяцев в CGTerrian, освоил программу и анимацию на каком-то уровне и начал искать работу аниматора. Вскоре Александр попал в студию Cyber Interactive, где прошел путь от технического до персонажного аниматора, накопив богатый опыт в производстве игровой анимации.